Завременила перезагрузка. Примером события может быть влюбленность, встреча или революция. Событие – ты бог, творящий время, структурирующий новые миры и новую меня. Холодно и неуютно в жерле событийной воронки, хладом тонким бурлит энергия творения. Ты думаешь, что никогда не сможешь увидеть начало нового мира, а нет, встреча с событием позволит тебе почувствовать на своей шкуре и, конечно, внутри нее, как создаются новые миры, а затем осознать ретроактивно после и задать себе вопрос, что это было, как это возможно, как появился новый ты внутри тебя и родился в уже новый твой мир, и куда делся старый. Ты увидишь, как Господь творит миры, оставаясь в себе и одновременно присутствуя в мире. И только твоего волевого согласия достаточно, чтобы завертелось колесо, рождая новый мир и тебя в нем. О событии, о творчество, о Бог! Завременила перезагрузка.